Всем привет! Мы к вам с разбором новостей по Shadowlands. На самом деле, какая-то новая информация появляется слишком редко. Да и с момента релиза дополнения прошло больше полугода, а цепей господства все нет и нет. Даже дата выхода неизвестна. Тем не менее, что-то все-таки есть. И это что-то – очень интересная сюжетная деталь, связанная с легендарным топором – «Темной скорбью», легендарным оружием дополнения Лич Кинг. Также Blizzard ответили на вопрос о том, действительно ли тюремщик станет заключительным боссом всего дополнения. И из этого ответа складывается такое впечатление, что Shadowlands может повторить судьбу Warlords of Draenor по длине простоя без контента. Сегодня мы обо всем с вами поговорим. Темная скорбь – поистине легендарное оружие. Изначально оно создавалось именно для того, чтобы расколоть рунный клинок короля Лича. По принципу «клин клином вышибают». Дарион Макгрейн был уверен, что перекованный молот Артаса в соединении с аронитом и осколками ледяного трона образуют оружие небывалой мощи. И это оружие сможет разбить ледяную скорбь и забрать душу повелителя мертвых. Создавался топор целиком и полностью по той же технологии, по которой клинок Артаса. И эта технология была перенята из загробного мира. Как выяснилось из обновления 9.1, темная скорбь выполняет ту же самую функцию, а именно, раскалывает души на несколько частей и заключает внутри себя, после чего они попадают в темные земли и образуют кристаллы господства. На это есть намеки в новом рейде. Все клинки скорби имеют в качестве основания один из кристаллов, что являются душой, пораженной проклятием тюремщика. И с помощью этих кристаллов Завал создает новое оружие. Так вот, темная скорбь не имеет такого кристалла, однако собранные героями осколки ледяного трона были соединены и перекованы в подобный камень. И что самое интересное, чья душа находится в этих осколках? Возможно, частичка самого Нерзула, так как его душа была связана не только с доспехами и мечом, но и с оболочкой, с ледяным троном. Хотя утверждать наверняка пока невозможно. Повторюсь, именно частичка его души, потому что сам Нерзул сейчас находится в святилище господства и превращен в стража тюремщика. В святилище господства нас ждет отсылка на темную скорбь. Мы сможем найти несколько кристаллов, обладающих точно такими же свойствами, и вставить их в свое оружие. Сама темная скорбь при атаке могла вырвать фрагмент души, который усиливал вас на некоторое время, и подобной способностью вас одарят новые кристаллы. Кстати, хоть это и просто пассивная способность, она подтверждает сказанное нами. Темная скорбь вырывает из своей темницы фрагмент души. Но после дополнения Лич Кинг судьба легендарного топора остается неизвестной. Тем не менее, я более чем уверен, что в святилище господства можно ожидать уникальные реплики кого-либо из злодеев, если они увидят топор, как это делал Иллидан в подземелье Источник Вечности, если вы носили клинки Азенота. Знаете, мне немного обидно, что история темной скорби не развивается в большем масштабе, потому как этот топор – копия рунного клинка короля Лича и обладает теми же свойствами. Однако про него словно все забыли, в то время как на Ледяной Скорби построен практически весь сюжет Shadowlands. Надеюсь, легендарному топору уделят должное внимание. Я вижу, что и ты пожинаешь души ради своих нужд. Так ли мы не схожи, герои? Жажда твоего оружия лишь тень того, что готовит будущее. Хочешь узнать, что такое настоящая жажда? Настоящая сила? Продолжай, герой. Я буду ждать. Также перескажем вам небольшой фрагмент интервью ведущего дизайнера World of Warcraft Моргана Дэя, который относительно недавно рассказал, как проходит работа над новым обновлением. И в этом интервью он в основном рассказывал о механике игры,
Тем не менее, Морган сказал, что Blizzard реально испытали небольшие трудности во время работы над цепями господства. Однако, обновление должно выйти совсем скоро. Скорее всего, конец июня. В то же время Морган очень неоднозначно ответил на вопрос про обновление 9.2. Понятное дело, до него еще слишком далеко, и это больше похоже на взгляд за спину. Но тот ответил, что пока совершенно ничего не может об этом сказать. В данный момент Blizzard работают на износ, чтобы поскорее выпустить цепи господства, а следующее обновление пока очень далеко. Напоминаю вам, что осенью на BlizzCon 2021 компания должна будет уже анонсировать новое дополнение. Следовательно, разработчики делают несколько проектов параллельно. Плюс ко всему, сейчас они также работают над мобильными играми по вселенной Warcraft. Мне кажется, что Shadowlands может не получить третьего обновления вовсе, и мы в скором времени сразимся с тюремщиком, потому что на тестовом сервере можно заметить, как сюжет развивается с невероятной скоростью. Резчик Рун резко освобождается и раскрывает нам все карты. Завал уже получил практически все печати. Он вот-вот должен отворить древнее хранилище и найти то, что поможет установить ему контроль над загробным миром. А с Сильваной мы попрощаемся совсем-совсем скоро. Становится очевидным то, что они пытаются поскорее закончить Shadowlands. Также Морган повторил то, что Blizzard озвучивали еще очень давно. Именно тюремщик станет заключительным боссом всего дополнения. Никто иной. На протяжении нескольких лет игроки лишь догадывались о злодее, с которым предстоит сразиться в финале. Теперь же компания намеренно развивает одного единственного персонажа – Зваала, который будет ждать нас в самом конце. Как Элидан, Артас или Смертокрыл. Такая идея разработчикам нравится больше. Кстати, мне интересно, как вам нравится больше? Когда злодей неизвестен или когда с самого начала знаете, с кем придется сражаться? Напишите в комментариях. Вот такими получились новости. Если честно, так хочется поскорее уже поиграть в новое обновление. И хочется, чтобы Blizzard наконец-то нормализовали процесс разработки. Ведь в последнее время создается впечатление, что внутри компании проблемы со всем, с чем только можно. Потому все так затягивается и переносится. Если у вас есть предположение, из-за чего все так происходит, пишите также в комментариях. А на сегодня все. Не забываем подписываться на канал и ставить лайк для поддержки ролика. Большое спасибо за просмотр. До скорой встречи!